Уважаемый, я вас не отвлекаю? Здравствуйте. Дружаня, мне надо подвеску настроить. Давай вместе настроим. Давай. Катаны, привет. С вами Марьянов Тим. Сегодня у нас архиважная тема. Это подвеска велосипеда. Конкретно задняя морд, передняя морд, то есть вилка. И многие считают, что в принципе накачал колеса и достаточно. Ну нет, ребята, у вас тут куча кнопочек есть, куча крутилочек, локеры. Можно вкачивать давление. Это все не просто так. Технологии дошли, ну не впустую, это не маркетинг. Это так же важно, как и давление в колесах. Для чего это вообще надо? В первую очередь улучшить впечатление от катания. И эффективность езды. Катаны, смотрите, мы сейчас не будем углубляться в какие-то сложные материи, тонкости, там какие-то внутренние детали, нет. Мы просто катаемся и хотим, чтобы вы тоже получали удовольствие от каточки. Поэтому сейчас мы покажем и объясним, как настроить свою подвесочку за 10 минут. Самое базовое, с чего мы начнем все настройки, это будет сэх, давление в амортизаторах и положением райдера на велосипеде. Итак, сэк. Простыми словами, это соотношение прожима подвески к весу райдера. И сейчас мы покажем, как его настроить. На контринных амортизаторах до 120 хода сэк должен составлять от 15 до 20%. На более агрессивных амортизаторах от 140 хода сэк должен быть 25-30%. Сколько там сейчас давления? Так, сейчас у нас 111 пси. На многих вилках есть таблица давления к весу райдера, но мы рекомендуем настраивать самостоятельно, так как все индивидуально. Катаны, надо понимать, что сэк стоит настраивать под тот стиль езды, который вы катаете. То есть, к примеру, в мануалах всегда говорится о атакующей позиции. Вы едете в поход, в котором вы 5 часов будете сидеть в седле. И потом 2 минуты синглов будет, каких-нибудь трейлов, на которых надо будет встать. Естественно, надо тогда настраивать сэк под сидячую позицию. Что мы делаем? Садимся на велосипед, не вставая с седла. Вы облокачиваетесь на руль. Это можно делать возле стены, чтобы было удобно. И принимаете атакующую позицию сидячую, если вы ездите сидя. То есть немножко наклоняетесь вперед. Ну, желательно с прямой спиной, у меня с колес все дела. Наклоняйтесь вперед. Затем очень аккуратно, без толчков, без прыжков, встаете с велосипеда. Меряем штангенциркулем или линеечкой, насколько поднялось кольцо сега, и это у нас 12 мм. 12 мм от 100 – это 12%, но явно не 20. Поэтому надо немножко спускать. Если же ваш стиль катания ближе к агрессивному, и вы сидите на седле только когда переезжаете со спота на спот, то естественно атакующая позиция должна быть стоя. Опять аккуратно садимся на велосипед, для удобства рядом со стеной, и принимаем атакующую позицию сидя. Встаем. Также аккуратно. Штанг на цирку. Так, это у нас 20, ну 2 сантиметра, 20 миллиметров. Отлично. Теперь все делаем по той же аналогии с задним амортизатором. Мягенько садимся на велосипед, опираясь на что-нибудь. Также мягко встаем с велосипеда. Ход амортизатора 50 мм. Сэк поднялся на 10 мм. То есть 20%. Ну, все, настраивать не надо. Все отлично. Вторая настройка, это называется отскок, либо ребаунд. Она поможет найти золотую середину между максимально быстрой отработкой кочек и брыкающимся велосипедом. Ввиду технических проблем мы сейчас сменим велосипед, потому что хозяин подвеса сломал крутилку ребаунда, отскока, и сейчас покажем, как настраивать отскок вилки на моем велосипеде. Продолжим. Откручиваем в самое, выкручиваем, можно сказать, в самое-самое легкое. Вдавливаем вилку на треть, резко отпускаем руки. Если колесо подпрыгивает, то есть отрывается от земли, то на один щелчок закручиваем. Давай сразу штук на 5. Долго пусть.
на 2. Еще 2 сразу. То есть мы словили золотую середину между скоростью работы вилки и брыканием велосипеда. История с отскоком аморта, ребаундом аморта, в принципе, похожа на вилку, но и не очень. Нам надо максимально закрыть отскок, то есть сделать его максимально медленным, сесть на велосипед и немножечко продавить. Как мы видим, амортизатор медленно вернулся к исходному сегу. Нам надо, чтобы амортизатор поднялся немного выше исходного сега и вернулся к нему обратно. Повторяем тест. Это оно. Итак, мы нашли золотую середину между скоростью хода и плавностью хода аморта. Третье. Это прогрессия. Прогрессия – это жесткость в конце хода. Ребятки, с прогрессией все немножко сложнее, и, скорее всего, для ее настройки придется ехать к веломеханику, типа Олежки. Но мы поможем понять, если ваша текущая настройка прогрессии вам подходит или нет. Как же проверить, что прогрессия настроена под вас? Садимся на велосипед. Занимаем атакующую позицию. И с максимальной силой продавливаем подвеску, не отрываясь от земли. То есть прыжка не должно быть. Мы просто должны со всей силы продавить подвеску. Возможно, с первого раза не получится максимально продавить велосипед, поэтому сделайте это 2-3 раза. Затем встаете с велосипеда и смотрите на сег. Опять. Если он продавлен на 80-90%, как сейчас, к примеру, у нас приблизительно 88. То есть тут в вилке прогрессия приблизительно под меня правильная. Если же вы не можете додавить до 80%, то надо убирать проставочное кольцо. Часто с завода вилки уже есть одно проставочное кольцо. Если у вас получилось полностью прожать вилку на 100%, ну то есть выше 90%, то надо ехать к механику и ставить проставочное кольцо. Или же, если ну вообще нет времени куда-либо ехать, то можно немножечко поиграться с давлением. Это как такой временный хотфикс, то есть ну подкачать давление. Итак, на заднем аморте у нас вышло 20 мм, 22 мм. Это даже не половина. Поэтому его надо или спускать, или убирать проставочные кольца. На этом настройки для хардтейла заканчиваются. Для подвеса же есть еще один момент. Давайте его на улице. Итак, что нам осталось? Проверить синхронность переднего и заднего амортизатора. То есть они должны после прожатия одновременно подниматься. Это удобнее всего сделать уже на улице. Вдавливая велосипед, просто обратите внимание, чтобы и вилка, и задний амортизатор поднимались одновременно. И вы не чувствовали, что вас куда-то что-то швыряет. Если все же, к примеру, вилка поднимается немного быстрее, чем аморт, поиграйтесь еще с сегом. Или можно чуточку поправить это дело компрессией. Она не для этого, но все же можно. Кстати, о компрессии мы расскажем потом, когда будет видео про более детальную настройку под конкретные стили катания и конкретные условия. Катаны, обслуживайте велосипеды, следите за их настройками. От этого зависит ваш благополучный отдых. А также впечатление от катания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте. Ждите ставьте нас. Колокольчики. Ждите нас, мы всегда с вами. Любим вас.